В первую очередь это содействие развитию всех видов и жанров российской кинематографии, в первую очередь как важнейшего компонента национальной культуры, поскольку в Республике Бурятия мы живем, да, и имеющего общенациональное значение в российском масштабе. Таковы основные задачи устава Союза кинематографистов. Без лишней скромности для бурятского кино это действительно историческое событие. Все это стало возможным благодаря фестивалю бурятского кино, который прошел в декабре прошлого года в рамках празднования 350-летия столицы. Оценивать творчество местного кинопроизводства приехали знаменитые актеры, режиссеры и продюсеры. Они выступили не только в качестве приезжих звезд, но и успели дать более десятка мастер-классов и для начинающих, и для уже опытных артистов и режиссеров. Среди почетных гостей Александр Панкратов-Черный. Именно он предложил создать в республике единую площадку для съемок. Надо объединиться всем в одну киностудию «Бурятфильм». Я не знаю, там любое название придумайте, но чтобы все объединились, были в едином кулаке. Тогда можно от государства чего-то требовать и добиваться. Деятели культуры не стали тянуть с объединением, и сегодняшний день – это официальная дата создания Союза бурятских кинематографистов. Присутствовали практически все местные режиссеры. Создатель «Байкальских каникул» Артем Бурлов, режиссер фильма «Сержем» Баир Уладаев, Алексей Чащин, Эрдем Шакдуров, Сергей Циренов, актер, известный под прозвищем «Штырь», Жаргал Бадмациренов, снявший фильм «Буза» и их коллеги. Собрал всех вместе мэр города Александр Галков. Искусство, кино, оно востребовано было во все времена, с того момента, как оно появилось. Оно оказывает серьезное воздействие на умы и на сердца наших людей. Поэтому создание сегодня Творческого Союза, оно, конечно же, я уверен, будет еще одной такой важной движущей силой нашей республики. Жаргала Бадмациренова и Артема Бурлова избрали заместителями руководителя Союза кинематографистов, а самим председателем единогласно выбрали Салбона Лыгденова. Под этим единым решением будут решаться принимать решения, о финансировании, о решении каких-то вопросов, связанных с тем, что можно предварительно протолкнуть, что интереснее зрителю, с учетом интереса зрителей, рынка, да, мы будем решать, и после этого будем решать вопрос уже финансирования. Мы еще очень скромно нынче провели, но и тем не менее, это очень хорошая заявка, нужная заявка, поэтому перспективы есть и будем двигаться. Артем Бурлов высказал свое недоумение, почему никакого участия в создании объединения даже теперь не принимает Министерство культуры. У меня возник вопрос, а где Министерство культуры? Мы культурная организация или нет? Почему? Если есть, я просто не вижу. Давайте в следующий раз, на следующий съезд, я хочу внести такое предложение, чтобы как-то не игнорировало Министерство культуры нас. Это же Союз кинематографистов Республики Бурятия, соответственно, я думаю, что и Министерство здесь должно присутствовать хотя бы один представитель. Как и полагается творческим людям, протокольным заседанием дело не обошлось. Участников наградили медалями. Любовь Дамдинова получила медаль за вклад в развитие средств массовой информации и телерадиовещания. Отныне, вновь объединившись в Союз кинематографистов, создатели фильмов смогут привлечь внимание не только местных, но и федеральных властей. Юлия Пермякова, Евгений Павлов, Новости дня.